Здравствуйте. Здорово. Мне на вокзал надо. Как найду? Какой вокзал? Где поезда? Я знаю, что поезда. В Москве, чтобы ты знал, не один вокзал, а 8. И на всех поезда. 8? А зачем так много? Да видно, дядя, головой что-то сильно тряхнутый. Вон к нему иди. Он тебе все, что хочешь, нарисует. В чем проблема, гражданин? Вокзал найти надо. Какой? Не знаю. Как называется? Забыл. Документы есть? Есть. Откуда приехали? С Кавказа? С Кавказа. Курский? Курский, Курский! Две остановки на троллейбусе. Не надо, я так дойду. Ну, по прямой не заблудитесь. Спасибо, гражданин начальник. Не на чем, гражданин пешеход, служба такая. К трем вокзалам, как проехать? Прямо.